Первые осенние ночи оправдывают свое название. Каждое следующее все прохладнее. Но есть в Самаре улицы, где по-прежнему жарко. Там, где ремонтируют дороги. Теплом делится асфальтобетонная смесь, а температура 150 градусов по Цельсию. Проспект Металлургов ремонтируют картами по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Прежде чем укладывать горячую смесь, улицу выравнивают, срезая старый верхний слой дороги. Очищают ее от мусора, камней и пыли. Только потом асфальтоукладчик и катки выезжают на свое рабочее место. За ночь дорожники укладывают 800 тонн асфальта. Этого хватает, чтобы покрыть площадь в 5000 квадратных метров. Как мы знаем, то, что проспект Металлургов был не в очень хорошем состоянии, поэтому было принято решение провести ремонт картами свыше 100 погонных метров. Был снят верхний слой асфальта, это 4 сантиметра. И сейчас кладется слой асфальтобетона B1 толщиной 5 сантиметров. Новым асфальтом покроется участок между улицами Алматинская и Каховская. Общая площадь 31 тысяча квадратных метров. Дорожники также отремонтируют люки, колодцы и ливневки. Работы на всех этапах контролируются специалистами МБУ «Дорожное хозяйство». На данном этапе работы нас контролирует департамент благоустройства города Самары. Осуществляет контроль температуры, смеси, визуально контролирует смесь. Ну и в целом нас... На участке работают 30 дорожников и 20 единиц спецтехники. Ремонт картами на проспекте Металлургов обещают завершить к концу сентября. Гарантийный срок службы нового асфальта – 2 года. Всего в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Самаре отремонтируют свыше 40 улиц, а в следующем еще около 20. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.